Team Sonic Racing! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор Роботник. Сегодня у нас будет небольшой эпизод, поскольку я записываю все в спешке, ибо пришлось перейти на мягкую клавиатуру, вот такая вот она. Не совсем она, конечно, удобна в управлении, но чем богаты, тем и рады, поскольку основная моя клавиатура вышла из строя, но я имею в виду не на ноутбуке, как это было в прошлом. Ноутбучную я просто не длинно до нее дотягиваться, очень неудобно там тянуться постоянно. Будем мы играть с вами сегодня вот они, потому что так удобнее мне сидеть, держать позу и вообще контролировать. Но есть проблема, конечно, только со шифтом, потому что надо его сильно сжать. Я уже пробовал сейчас записать эпизод, но программа начинает глючить. Я не знаю, почему она глючит. Вообще, прямо в последнее время что-то все выходит рук из вон. Я не знаю, что происходит. Но надеюсь, что у нас что-нибудь получится, так что, в принципе, переживать не стоит. Сегодня мы будем проходить команду гонку. Это 5.7. Будем брать вектора. А, кстати, давайте тогда сразу в гараж давай зайдем. Может быть, что-то наладим. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Уверен, что что-то стоящее должно получиться у нас. Так. Вектор. Да, время попрыгать. Я думаю, надо сделать ему машинку хорошую. Там, конечно, командная гонка. Давайте я ему поставлю управляемость вот, хорошую. Защита у него и так прекрасная. Я не вижу смысла. Хотя золотые цепи. Ну это прям в его стиле. Ладно, давайте. Турбо будет, конечно, низкое у нас, но хотя можно вот так вот скорее не защиту, но при этом турбо и управляемость повысить. Вот давайте вот так сделаем. Хорошая, стильная машина. Хорошая, стильная машинка. Отлично. Давайте сохраним этот вариант. Ну, вот это мне нравится. Хороший такой вариант. Возьмем сегодня вектора и, наверное, еще с гаммой поработаем. Давайте сейчас гамму тоже настроим. Ну, омега гамма. Во-первых, я всю жизнь его называю гаммой почему-то. Я не знаю, почему. Но вот выработалась такая вот привычка, потом мучаюсь с ней. Максимальная скорость и ускорение на то, конечно, повлияет. Но поставим это лучше, давайте. Это защита. Ну, он как бы танк, с другой стороны. Максимальная скорость. Защита, черт с ней. Вот это я поставлю лучше. Хотя легендарный золотой. Ну ладно, давайте вот золото поставим ему. Так, а здесь у нас что? Тоже максимальная скорость, защита и ускорение. Турбо снизится, управление снизится. Да и ладно, пусть это будет лучше. Вот так вот даже поставим. Что ж. Ну что ж, Омега, пора отправляться. Так. Так, я тогда пока вебку выключу. Может быть, в ней, конечно, дело как вариант. Не уверен на 100%, ну черт знает. Так, значит, смотрите. Нам, значит, пятую гонку. Погнали. А картинка-то начинает складываться. Сложненький. Начнем с... Да, коль уж Вектор сам захотел, почему бы нам его и не взять? Я думаю, это будет вполне грамотно и разумно с нашей стороны предоставить Вектору полный перечень всех его возможностей. Так, сейчас еще кое-что быстренько настрою, чтобы у нас вообще никаких проблем не было и ничего не подвисало по ходу дела. Я просто вот буквально вот все перезапускал сейчас в процессе. Так, погнали. Я даже не буду брать ракеты. Мы отлично справляемся, разве не так? Предполагаю, что ты здесь не только ради победы. Что? Нет, я здесь точно ради денег. Вектор, я принцесса. Люди каждый день меня лгут. Я должна уметь отличать правду, чтобы знать, кому доверять. Не так уж и плохо, принцесса. Ладно, подловила.
По правде, я здесь потому, что меня вызвал Тейлс после их первой встречи с Додонпа. Он попросил меня найти на него компромат. И? Я в процессе. Рулит роуд, командная гонка, зеркальный трек, леди и джентльмены. Шпионить, конечно, здорово, но я здесь ради победы. Ай, зараза. Давай, ускоряйся ты, мой олигофрен. Вот это скоро. Спасибо за ускорение. Мы уже вырвались недалеко. Ну ладно, тоже нехорошо. Давайте, ускоряйтесь. Так, неплохо. Отлично, Вектор. Да, Метал Сонику не здоровье. Принято. Давай, ускоряйся ты, олигофрен, мой любимый. Весельчак ты можешь. О. Я уж не знаю, что происходит. Нет, я все-таки, наверное, возьму управление с стационарного молота. Погнали. Вот тогда я буду переключаться. В самом пока не видите в камере. Камера же выключена. Так что проще. Вот так вот. О, да. Мягкая клавиатура хороша для печати. Так, неплохо. Давай, ускоряйся, олигофрен ты мой. Отправили. Давай, тяжеловес ты наш. Прорвались неплохо. Неплохо. Давай, 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 давай. Мне нужно ускорение. Черт, были на третьем месте его тут. Так. Проберегу пока. О, вот пора. Давай, 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 давай. А вот какофония, кто-то какофонии заразился. Но мы зато можем объезжать их, что радует. Есть вовремя! Вот это скорость! Да-да-да! Есть! Победили! Победили! Пришлось, конечно, вот так вот тянуться. Очень неудобно, говорю. На расстоянии, когда будет так вот на вытянутой руке, это очень неудобно. Ну, мягкая клавиатура, она хороша для других целей, но она тому и все время я лежал как резервная, на всякий случай. Ну, что поделаешь? Вот такая ситуация. Но даже в таких ситуациях Альберт Веско, он же Эггман-работник, всегда находит выход. И, в принципе, мы победили.
Потому что только наши заняли потенциально хорошие листа. Остальные там внизу где-то. Видите? Хорошо оторвались. Шикарная командная работа, товарищи. Ну как? Выяснилось что-нибудь? SPU Чами мне кое-что подготовили. Мы скоро получим их отчет. Вот тогда и узнаю, кто этот Додонпа на самом деле. Профессиональный детектив. Респект. Так, что дальше? И ключик получили. Закончите один круг меньше за 7 секунд. Я что, так быстро ехал? Даже я в самом шоке. Высшая сложность открыта. Этап 5.7. Что значит высшая сложность? Подождите, это экспертный, что ли? Ну, слушайте, неплохо, конечно. Но мы давайте сейчас теперь в гран-при. Взял Гамбу. Нет, в принципе, нет, Гамма Титаник. Он вместо Титан. Ладно, прибережем тогда Гаммыча. Нам как бы сюда теперь надо. Ну ладно, Boo House, Ice Mountain, Skyward, Rocking Castle, Зеркаль... Подождите, это Гран-при с двумя зеркальными гонками. Почему этого нет в нормальном Гран-при, мать вашу? Займите первое место по итогам Гран-при, это несложно. Так, Skyward, Haunted Castle, Ice Mountain. Я сюда возьму сейчас не Гамму, мы возьмем другого персонажа. Сколько болельщиков? Нет, не тебя. Хотя я и думал тебя брать. Потом. Мы здесь возьмем... Хотя тут иммунитет к замедляющей поверхности матрики. Нет, я... Продлевается командная суперсила. Вот это, во-первых, мы берем. Это раз, она понадобится в любом случае. Смотрите, у нас... мы в прошлый раз с вами играли за Shadow. Он нам буквально выбил серебро на самом сложном треке. Но я возьму Rouge. Мне нужна ее турбо, мне нужна ее управляемость. Скорость и ускорение ее, в принципе, на адеквате. Плюс она технолог, она механик. И ей это нравится. Амачао, нужна твоя помощь. Разумеется, чем могу помочь? Грядет что-то плохое. Скоро. Я это чувствую. Вот только я не знаю, где это случится. И я не могу быть везде одновременно. Есть какой-то способ наблюдать за всей трассой. Один человек не может следить за всей трассой. А вот если людей будет много, они справятся. В нашем случае много, Чао. Что ты имеешь в виду? Посмотри на трибуны. Чао наблюдает за гонкой. Геройский Чао. Темный Чао. Если случится что-то плохое, они отреагируют. Это послужит сигналом. Понятно. Следи за Чао. Спасибо, Ому Чао. Ты нам очень помог. Да не надо так удивляться. Хорошо, что Чао пришли на гонку. Спектаклер. Шикарный спектаклер. Погнали. Управляем с клавиатуры, ребят! Потому что игра вылетала постоянно. Shadow, помогай, а не подрывай мою гонку! Так... Проанализируй это, Вектор. Давайте вперед, вперед, вперед! Выражай благодарность назад в гонку!
Отлично, вот это ускорение. Спасибо, это то, что нужно. Давай, 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 давай. И руш. Движемся по основному критерию. Сделай доброе дело, дай мне разгон, да сейчас сдам. Есть, и плохо движемся, товарищи. Вот это уже движение получше будет. О, давай, давай, руш. Давай, шаттл, тоже разгоняйся. Давайте, давайте, товарищи. Вот и короткий путь. Благодарю. Назад посмотрим. А, вижу. Черт, не туда выстрелил, зараза. Соблюдайте осторожность. Я скачу. Ты не скачешь, ты летишь. Наша задача обеспечить эту надежность. Черт. Гребаное чао. Так кто? Так. Грёбан, вот прям подталкивают, прямо скидывают, зараза-то. Нам нужно сейчас успеть их обогнать. О, нам повезло. Кто-то поставил дорожку. Спасибо. Да-да-да-да-да. Есть, движемся. Есть, прорвались. Я вижу того, кто идет впереди. Давай, Руш, ты сможешь. Давай, 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 давай. Блейз! Довожу до... немного до сведения, ребят. Так как понимаю, что вы это тоже смотрите. Ну, вы однозначно смотрите это дело. Дело в том, что я вот этот самый гонку перезаписываю, потому что у нас программа в это воскресенье, ну, я записываю воскресенье, слетали постоянно. То есть ломалась на ходе дела, и запись ломалась. Я старался записывать все по частям. Не знаю, получится что-то из этого или нет. Но суть в чем? Блэйз здесь тоже обогнал нас постоянно. Блэйз — это мерзкая скотина. Я вам серьезно говорю. Ладно, продолжаем дальше. Не страшно, пока на втором месте. Но вот все остальные отстают. Это прям кошмар. И вот точно такое же, кстати, соотношение, между прочим. Это что у меня за день, сука, сочетание с тоннами багов? Извиняюсь, накипело просто за весь день сегодня. Ладно, погнали. Следующая часть. Ну, конечно же, думали. Переключаемся.
Ice Mountain, команда Гран-при Grand 2-4, погнали! Да, ребят, еще такая вещь. Сейчас программа глючит. Если только одна слетит, я просто игру поставлю на паузу. Это может сделать в процессе гонки. Так что не переживайте. Ничего не пропустим. Я запишу в каждый момент. Либо я не Альберт Вескер. Погнали. Вперед! Ах ты гребаная кошатница! О, неплохо! Молодец, Shadow, дай-ка мне хорошее ускорение. Пока неплохо движемся. Так, неплохо. Неплохо, неплохо. Пока вырываемся. Да что все такие быстрые здесь? Так. Подтверждаю, иду прямо по твоему движению. Отлично, Омега. У Руш очень хорошая управляемая машина. Мне это очень нравится. Она реально хорошая. Будем передавать им. О, я думал проскочу. Не проскочу. Кто это проскочил? Я не с ним увидел. Давай, 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 движемся. Бигаста. Не проскочите, я буду держаться второй петки. Молодец, Руш. Остальные пока подводят. Руш-то проходит хорошо. Руш-то проходит хорошо. Вот все остальные проходят плохо. Не знаю, что с ними делать. Еще и программа трансляции, точнее в нашем случае видеозаписи зависла. Давай завершаем. Ах, надеюсь, что записалось. Я надеюсь на это. Вы не представляете. Я надеюсь сейчас на все.
Потому что она не слетает, она не прекращает запись. Я поставил, просто стараюсь записывать как-то кусками, но не хочет нормально сейчас записывать. Доставлено высокий. Я надеюсь, что она среагирует, потому что это беда лютая. Я надеюсь, что вы увидите эту запись. Я надеюсь, что я смогу ее смонтировать в конечном итоге. Ну, мы отстаем буквально на пару дней. А от Blazed вообще далековато. Ладно, следующая гонка. Skyward. Зеркальный трек. Я надеюсь, что вы этот трек увидите, ребят. Потому что у меня глючит сейчас абсолютно все. Что ж. А, еще я... Ну, отлично. Ожидание отклика программы. Она не хочет еще мне вебку вырубать. А, нет. А, вырубает. Записывает. Ну, отлично. Я тоже люблю этот челлендж, друж. Не выход. Потому что справиться, потому что пролезть. Отлично, взяли парочку. Так. Ну уж, я думал, я тебе нравлюсь. Да, нравится, доктор. Поспеем. Давайте, мы только на восьмом, нам нужно ускоряться, народ. Давай. Ну, а, есть! Ну ладно, мы на четвертом месте. Держим пока марку. Чёрт, Бегаста! Ты серьёзно, грёбаный кошачий факир? Кто-то выпустил. Благодарю. Давай, Руш, ты справишься. Мега, молодец. Погнали. Да, вот тебе гребаная кошка. Что
Черт, промахнулся. Ну ладно. Колечки пособирать тогда. О, нет! Руш, ускоряйся! Жрите ком! Трицы какие! Есть, молодец, бегает! Так, плохо заходим. Молодец, Шеттл, молодец, молодец, молодец. Держим маку. Омега, Шадоу, молодцы, держите места. Есть! Победа, Руш! Да, вот этих скал нам уже не вред. Ой, победа. Победа, ребят, это победа! Главное, чтобы все записалось в конечном итоге, я надеюсь. Я реально на это надеюсь, чтобы оно все записалось. Потому что если все повреждено будет, это беда. На всякий случай, принскрин даже сделают. Если вдруг что-то пойдет не так. Мы, конечно, можем переиграть. Да, вырвались, но еще один тут остался. Он решающий. Команда Silver и Blaze, и команда Вектора ключевая. Haunting Castle, зеркальный трек, леди и джентльмены. Погнали, Руш! На блюдечке. Отлично. Да! Реально гребаный водитель. Я их сейчас просто всех перестреляю. Отлично, проскочил.
ход, нормальный ход. Они же здесь кубы бросают. Черт, я тут проскочу. А, ведь на ход попался. I'm closing the gap. Я тоже не буду платить, что ты хочешь меня рушить? Нас вообще сейчас все объяснили. Ты мне под колеса ставишься, некто. Ты мне ставишься. Да, пропусти, леди. Вот это я называю скорость! Вот это уже получше будет. Отлично, прорвались. Молодец, Омега, давай держи. Зараза! Ну ладно, у нас хотя бы защита есть. Твоя морда тебя не спасет, Чао. Молодец, слушай. Да ты издеваешься! Поставить колонны прямо на подъеме, это... Шадоу вообще ссал в кости, а Омега и то быстрее. Я не стал брать, намеренно. У нас сейчас красный будет. Нам главное... Так, Омега, передавай вот сейчас теперь. А вот теперь можем и ускориться. Я предвидел это. Вот вам еще пара столбиков удачи. Молодец, Ружа. Ружа лучшая. Ружа лучшая. Надеюсь, что получилось. Надеюсь, что успели. Надеюсь, что все сработало у нас. Да, а так вот, ну ладно, будем вообще задержки, значит, не страшно. Да ну записал. Отлично. Ой. В общем, слетело все-таки. Прям сейчас. Но надеюсь, что записывается более-менее адекватно. Даже если не записывается, хотя бы хоть какой-то момент запишем. Ой, потому что реально программа бесит. Люто бесит. Это нечто, ребят, это нечто. Так. Ладно, здесь немножко быстро подкорректирую ей, чтобы она... адекватно хоть более-менее работал. Извиняюсь, сейчас звук даже был ниже, чем нужен был. Ой, ну, так или иначе, это победа. Это победа.
Windows Explorer, а ты теперь чего? Это внутренний проводник. Надо будет потом написать об этом в сообществе, что Хантер задержится, видимо. Но это победа! Это победа! Это победа! Очень скоро я получу, что хочу. Этот план точно не провалится! Ой, босс, у этого плана есть куча способов провалиться, я тут список набросал. Что я тебе говорил по провальной списке? Ой, знаю, знаю. Не составлять их, потому что они вас бесят. Ой, я люблю списки. Провальные списки. Ну, хотя бы пробрались. Выполните одно из условий выше. Сделайте так, чтобы кто-то из вашей команды занимал первое место в каждой гонке. Собирайте кольца в гран-при минимум 200 единиц. Считается по количеству колец. Я забрал 200 штук! Ой, вот кошмар. Ну ладно, что поделаешь. Высшая сложность открыта. А вообще красота. Спасибо. Гран-при с высшей сложностью зеркаль. Ну это, кстати, нам будет весело потом проходить все это дело, так или иначе, как на обычных стримах. Я надеюсь, что вам, ребят, понравилась эта видеозапись. Я надеюсь, что эта видеозапись работает, она есть, она существует. И ничего не глюкнуло, ничего не сломалось. Спасибо всем, кто ее смотрел. Если вдруг что-то глюкнуло, я буду это перезаписывать, конечно. Ну и вы, скорее всего, этого не увидите, потому что я аккуратно это все вмонтирую. Так или иначе, всем большое спасибо, кто сегодня был на этой трансляции. Всем до скорой встречи, всем удачи. Трансляции. Видео, записи, геймплеи. Ну а с вами был доктор Эгман Работник, он же Альберт Вескер. И удачи!